На носу, я на бегу. носу человек, второй человек. Второй человек. Да я бегу. Да, Ёши, хватит! Ты чё? Ты надоели видишь, вы меня! Что я больше сделал? Не возрождаюсь. Сколько же еще нам ехать? Пожалуйста, самые долгие 20 миль в моей жизни. Ну, привет. И нам сказали, что наша мама похищена. И, в общем, это батя. А, это мы. Это батя с нами разговаривает. О. Мы пришли тут к бате. Тут вышел новый мод. Nightmare называется. О, кошмар. Боже. И да, я ожидаю на самом деле прям сущий кошмар, потому что по опыту будет сложно. Да, да, даже первые какие-то части были мега невозможными. Не знаю, что мы будем делать здесь, если честно. Наверное, будем просто надеяться, что все залагает, как и в прошлый раз. Ну, я буду вас защищать, вы помните, да? Я умею. Спасибо. О, господи, ребят. Ребят, так, нам говорят, нужно расслабьтесь, срочно всё... Я не верю в это. А вот, возьмите еду и напитки. Да. Вот это уже похоже на правду. Шифтуем. Я буду бензином заниматься, потому что я единственное это умею делать. Я этим занималась в прошлый раз, и мне спокойно. Блин, как-то красное все, как-то мне не нравится. Задолбало, да, да, так и прям есть. Прям вырвиглазно, если честно. Слушайте, вот у меня две руки, такое рассуждение. Почему так, давай, я интересно беру... уже. Да нет, почему я беру один баллон с бензином, если я могу... Он тяжелый, если ты его в две руки только можешь. Так я силач, а кто сказал, что я слабенький человечек? Так никто не сказал, а вдруг там 100 литров? Так возьмёшь 100 литров? Так я и двумя руками 100 литров в таком случае не отнесу. Ну хорошо, а сколько ты отнесешь двумя руками и не отнесешь одной? Допустим, ну, с 30 литров сможешь одной рукой? А зачем нам так много бензина в таком случае? И почему так, он так быстро заканчивается? А если мы очень далеко? А если мы едем далеко? Хорошо, ладно, почему он так быстро заканчивается? Не может быть такого, что в одном... А если там мощный двигатель? Банке... А? Да а слышишь, ты меня перебиваешь, формулы? И я не могу как формулировать. Как заправляются часто, а? Не могу формулировать, все, пока, до свидания. Они, кстати, хватает им на одну гонку, между прочим. Решила, так сказать. Ну, да, объяснить ответить. Молодому. Да, конечно. Да. Мне осталось два баллона. Так, а у вас как дела? На сколько это гонок? Ха! Смешно. О чем я говорила? Ладно, ну давайте закончим разговор о бензине. Поговорим о чем-нибудь другом. Ну, например, о том, нужно ли нам действительно столько еды и воды. В прошлый раз мы вообще ничего из этого не использовали. А, уйди! Да что, я тут воду пью. Вернее, не пью, а наполняю водой. Вообще, хороший вопрос, Лан. Потому что мне кажется, что мы умрем сразу. Вот да, кстати. Вот, кстати, хорошее наблюдение. Я вот только немножечко еще не могу понять, вы покушали, вам можно покушать? Нет, нет. Не-не, нам не разрешают. Потом, значит, покушаем, ладно. Мы будем тратить. Ой. А, надо бежать, ребят, надо бежать. Залезайте, у нас воды больше, чем. В машину! Срочно! А машинам! Типа зашли. Драйв! Отлично. Так, кто-то может схватить сбоку канистру? Ёши, ты. Я не могу. Я не могу. Не могу! Ой, я взял. Я в прошлый раз... Я взял канистру лишнюю. Мы запасливые. Да, мы бурундучки. Ой, это вот это вот путешествие по кочкам. Я забыла совсем. Да, мало приятного. О, мы приехали, наконец. Ну что, на борт! А надо выгружать. Почему все такое красное? Смешно. И он нам продает лодку, да? Ну да. А, подождите, он нам продает ее лодку? Я думала, это наша лодка. Да нет. Видишь, она будет стоить 10. Что? А сколько у нас всего лапши? А что мы есть будем? Нам придется ловить рыбу! Что? О, нет. А мы, он у нас спросил, мы хотим вообще покупать эту лодку? Да, может, мы бы домой лодку. Поехали или может, за 10. Да. Вермишелиной. На самом деле, это дешево для лодки, типа 10 пачек вы лапши. Думаете? О, мама! А почему так называется? Лодка 666-66-66. Это типа такая... вот, хуже, чем дьявол? Непонятно. Ну, типа, получается. Ой. Берите ствол,
впереди ствол. Так, это мне надо. Несколько часов спустя. Давайте, кто-то будет мирный, кто-то будет ловить рыбку, кто-то будет чинить, кто-то будет стрелять. Подождите, нам нужно еще, чтобы кто-то вел, собственно, эту лодку и температуру поддерживал. А как мы можем... Нет, температура никак же не поддерживается, она же автоматическая. Ну ладно. Да? Ну типа. А вот автозащита айсберг, она не работает, да? А я не знаю. А можно так сделать? На платный. Ну, вот. О! Пришел человек! Ну вот, Ульян, написано, пришел на... человек. Готово. А? Ты будешь пришел, драться. Ульян. На носу, я на носу бегу. Человек, второй человек. Второй человек? Да я бегу. О! Это наш друг вроде. Какой-то человек с усами. Ребята, ничего не вижу. Не знаю, может яркости накрутить, блин, и я фонарь не понимаю. Включи. О, рефил дженерейта! Ульян! О! Дженерейта. Я умру! Я умру. Чему сейчас! Ты умрёшь? Вы сделайте дженерейта, пожалуйста! Так в смысле, а ты... Ёлки зелёные, а где? Что это такое? А где дженерейтор? Айсберг. А он у носа корабля. Все сделал, но это жесть какая-то. А где поховать? Там... А, это айсберг! Кто у нас ведёт? Ты же рулюешь! Так я... Вот тут, фуд, вот морозильник, бери тут еду. И там человек впереди. Я что-то как-то заснула. А, холодно! Мне холодно, помогите! Так, ладно, я, допустим, что-то... Помогите! Мама. Смог. Мама. Так, сейчас я возьму ствол тоже. Меня этот... О, у него тоже есть здоровье? У этого усача тоже есть здоровье. Да-да, это я в него выстрелила, простите меня, усач. У него можно что-то купить. Купите, пока мы его случайно не убили. Давайте что-нибудь купим. А там за робоксы или за что? Можно купить... Нет, за монеты. У меня 294 монеты, и я могу купить бензин, воду и лапшу. А у нас лапша вроде есть... А вот 20, 20 и 30. Ой, ребят, мне надо поспать и поесть. Мама, я умру. Кстати. Ой-ой-ой, я тоже хочу поспать немножко. А поесть? Поесть, я уже поел. Ух, молодец, молодец. Только попить, блин, хочется. Блин, меня немножко. Этот джампскер пугает. Извините, это лицо Бати. Могла. Ой. Все я хорошо. Мы слишком быстро Ничего идем. Страшного. О, боже, еще один сейчас будет. Ай-ай. Ой, человек там в окне. Я буду сейчас медленнее. Я приду. Почему энергия Ой, так выгнал. Долго восстанавливается? Я буду спать. И есть, спи, и пить. Конечно. Слушайте, а нам, походу, понадобится все купить. Ай, там холодно, ай-яй-яй. А почему айсберг так часто появляется на нашем пути? А там можно автоматически их избегать? Ёж, включи, пожалуйста. А я нажимала, да, но как-то будто бы кто-то выключил. А, блин, это генератор. Я сейчас сделаю, я починил. Давай. Все, я сделал. Слушайте, капец. Надо, наверное... О, господи. Холодно на улице, очень холодно надо, на улице, наверное, ребят. Надо, наверное, запастись. Да. А что случилось-то? Бензином. Что на улице случилось? Не знаю. Мороз. А, подождите, с автозащитой быстрее генератор дохнет. Да, наверное, в этом намного быстрее. Тихо-тихо-тихо. Зато она работает. Вот в чем подвох. Ну, работает, да. Так мы умрем, блин, без этого. Так что, мы вообще ничего не прошли. У мужика купить, а у него можно купить бензин, да. Ладно, я попытаюсь порулевать, ребят. Ну давай, я включаю тогда автозащиту. Гораздо хуже, вернее, в общем, быстрее, я забываю слова, быстрее уходят потребности. Еще боль. Я умрем. Ой, я умерла. Извините, пожалуйста. Черт, ладно. Ты что, реально да. умерла? Да, но я сейчас вы Кто тебя убил? Выживу. Ты посмел? Выкупишься. Да, выкуплюсь. Да я обошел его, ну алло. Вообще очень плохо все видно. Очень плохо. Критически плохо все видно. Да, еще и мороз тут. Еще и мороз. Тут. А, подождите, а я ни разу не рулила, кстати. О, Лен, ты хочешь порулевать? Нет, не хочу. Нет, не хочу, потому смотри, что мне хватает вдруг тут своих захочешь. Обязанностей. Слушайте, а у нас Ой, тут генератор. Иногда вода. Вот вода, смотрите, я бегу. Бегу. Нажала. Я заправила. А, ребят, мы прямо в этот. В своем инвентаре. Прямо. Да. Да господи! В своем инвентаре я храню газ. Все, спасибо. Я поела, ау, я посплю. Ау, почему мне так больно? Ау! Ребят, у нас вода! О! Да, а, тут да? мы тонем. А, слушайте, о, а как-то... У нас же есть молоток. Я, может быть, чем-то могу... Надо починить, починить, надо было чинить лодку, да. А я еще хотела спросить, нам вообще, что нужно Ульян, делать этим молотком? По-моему, тебя убивать будут, там два человека. Ой! А, ты че, реально? Я умерла, но... Ульян. Я вернусь к вам. Я же обещала Куда? Вас защищать. Дёша, а тебе нет, не убивает водичка? Меня она потопила. Убивает немножко, наверное. Так, пистолетик. Ой, не то взяла. Мама. Угу. Давайте кто-то пиксить? Будет челов тюкать, а кто-то будет чинить корабль. Я чиню кораблик. Отлично. Мама. Мы сделали свой выбор. Мама.
Так. А как чинить? Мама, не знаю, как чинить? Сколько чинить всего надо починить. Чиню, чиню. Так, два. Чиню, чиню, делаю, делаю, вещи click делаю. Клик фикс. А как тут клик? Как там фикс? Мама! Кто меня за борт выкинул? Вон, извини, это я, наверное, нет? Молотком? Не знаю. Я. Молотком? Ты честно, мне уже надоело. Да, чем Ёши! Ну кто защищать меня должен-то? Извини, пожалуйста. Я что-то, знаете, я как-то провалилась в своей миссии. Извини, говори. Ну, ладно, блин. Давайте я сама буду здесь играть. Не пойдет. Наказание. Нормально, я пошел чинить, что могу. А как вообще туда добраться, Ульян, ты не знаешь? Вообще, рефил дженерейта. Дженерейта. Бегу. Фил. Я Ульяна. Фил. А-а-а! Ну ты будешь меня спасать или где? Да я же должна поесть. Ой, поспать. Наш. Он меня убьет. Я спасу тебя. Спасибо. Так и быть. Хотя должно быть наоборот. Давай я буду кого-то. Я понимаю, но я могу разорвать их. Да, Ёши, хватит! Ты че? Надоели вы меня. Что я больше не возрождаюсь. Ты выкинул меня за борт. Ты зачем шел в меня? Мне надо было покушать. Ты не мог, блин, обойти? Ты настолько злой, когда голодный, да? Кошмар. Я больше не хочу возрождаться. Я уже три раза возрождалась. Пожалуйста. Три раза. С тебя что, робоксов, Ёши? Да как тут клик? То финиш, я тебе задоначу. Хорошо, с тебя 100 робоксов. Капец. Я кликаю, а она не работает. Почему каждый раз после смерти так хочется есть? Не знаю. Что-то, ой, мама. Там что-то бухнуло что-то. Нет! Ульян, бывает. Выключите все огни, чтобы экономить электроэнергию. Так они выключены. Или нет? Ой-ой-ой! Ой, энергия восстановилась. Ого. Да это, в смысле, я этот... генератор. Не, у меня энергия была на нуле. А, это? Там человек. Интересно, я с собой унесла, ну, в общем, далеко-далеко бензин. Стой! Я же умрёшь! Дай нам генератор! Залила? Всё, окей. А, да? Ладно. Что ты там стоишь? Что ты стоишь там? Мама. Ой-ой. Мама. Это рулюет, нет? А почему? И... А? Да, слышь! А сколько мы проехали-то? Так кто его знает? Я не знаю. Ну, уже 5 утра. А, очень холодно! А! Закрываем. Ёши, ты скоро умрёшь. Робоксов. А чё я делаю? Не и знаю, что? Я просто говорю тебе, что ты скоро умрёшь. А я не хилюсь, да? Нет. А, видимо, о, я тоже скоро умру, кстати. Ой, мама, у меня есть, я сделал, я сделал. Да там человек просто сидит. Да ну вас. Я включила автоматически, Ёш, не рули. Не надо, убери, оно жрется, капец, жрется. Да мы купим мужика сейчас. Да нам остался один час, я посплю. А сколько там у нас? Да у нас, в смысле, у нас полпути только. В смысле? Один час. А, блин, это ж не до сих пор. Ой, нет, я думала до утра только. Ой, как исправлять эту штуковину? У меня молоток не работает. А ты с какой скоростью едешь? 100. В то! 100! Хорош. Ребят, ну на скорость все закончится. А как починить то, что... А что закончится? Что тебе нужно, чтобы не заканчивалось? Что-то можно купить у мужика, что-то можно... Да иди нафиг, ну как так? Я не пойду на улицу, не пойду. Не пойду наружу. Я пойду сейчас. Нет, ты умрёшь! Подожди, я умру, да. Я умру. Я умру. А мы все умрём, ребят. Ну я сейчас, если что, просто... Да какое сначала? Нет, мы уже столько задонатили. Я просто это... Ну да. Остановил корабль наш. О, так можно было? Так можно? Он зашёл! А как он зашёл-то? Ну я хотела пойти починить, а он зашёл. А, так ты открыла дверь, так он и зашёл. Ну так я что знала, что он придёт? Забрала газ. Так нам, походу, надо что-то прикупить. У нас еды не осталось. Нам надо порыбачить, ребят. Может, мы да? О, мы ни разу не рыбачили. Там человек, если что. Человек, если что, еще, то там человек. Направо, если там пойти направо, то там человек. Я иду. А, ну чего себе. Ты крутой. Ой, я нарыбачил пончик. Ух ты. Кальмар, сырая лапша, слышь. Так, откуда? В море или что, это океан? Да. А, мы просто, мы не плывем, да, никуда? Нет. Мама, умру. Нет, нормально. Так, я пойду что-нибудь починю. Блин, я тут готова. Еще один! Ой, холодно! Ой, а, ребят, порыбачьте, чтобы у вас была еда. Не выходите, потому что... Ой. Порыбачьте. Можно, мне кажется, даже внутри рыбачить, но же тут вода есть, понимаете? А, да? Удобно. Думаю, да. Потопили корабль. Я тут наблюдаю пока за вами, как вы еду ловите тут. Да, у меня еще лапша новая. Ребят, отлично. Ну ничего себе.
нарыбачил. А я думала покупать. Но нам все равно, наверное, придется покупать бензин, потому что он бензин. Где брать бензин? Правильно? Ой, ребят, там эти враги. Конечно. Я боюсь их. Ой, да хватит. Хотела выпить бензина. Вы я тебя спас. Нет, ты меня чуть не выкинул. Хватит толкать, Ульян, не выталкивай меня, пожалуйста. Да, что? Да я просто хотела выйти. А, он здесь, осторожно, осторожно, осторожнее, помогите. Господи. Помогите. Извини, я не могу. А, я умер. Да я тоже умер. И вся моя еда. А может быть, вы просто будете наблюдать за мной? Нет. Мне немного осталось. Лен, ты сейчас умрешь, Лен, осторожно. А мы никуда не едем, ребята, вы в курсе? Да. Не плывем, в смысле. Ну мы тут подрывать остановились. Эмпти! У нас газ закончился, надо купить газ. Давайте все у него купим, каждый покупает что-то Давайте. Одно. Я покупаю лапшу. Я купила 4 банки газа. Стоп, одну лапшу? Это одна стоит 20. Да. Ничего. Так порыбачь просто, возможно, пока мы стоим. Да. А воду? Это воду очень надо легко. Покупать. Воду, да. А как рыбачить? Просто закидываешь. Спасибо, ребят. Понял вас. Что? Вас благодарю. Я не виновата, я просто стояла и рыбачила с тобой рядом. Так, просто. Я вам больше скажу, я даже выкупиться не могу. В смысле? А, да? Ну вот так вот, у меня нет выкупа этого. А ты точно умер? Так, ну а как? Ой, мне надо пойти, мне ничего не ловится, я пойду поем. Господи! Ребят, это плохая идея была, мне кажется. Вам не кажется? Запись этой игры? У меня сырая лапша. Да, запись этой игры. Ну, как минимум. Да. Плохая идея. Да, это я согласен. Ой, все, пока. Что это была моя идея, ребят. Ну, вообще, я думала, что... Я дала этой игре шанс. Немножко поторопилась я с этим выводом. Но... Ладно уже. Ну, мы потратили столько робоксов. Мы должны выиграть. Давайте, может быть, поедем сейчас. А где у меня генератор? На какой кнопочке? Ладно! Ай. Да я... Зачем ты меня покинула? Я от голода умерла, если что. Я же одна тут умру. Переживите ночь. А, и что? 8 часов. Я тут через лану перепрыгиваю. Боже мой. А нам надо ехать куда-то или нет? Да не, я думаю, уже не надо. Уже я точно сейчас... уже не надо? Все, доехали. О, ладно, зачем? Я думала, я сейчас просто умру, когда меня убьют, и все. Нам надо... Ульян, давай, я рулю, короче. Сейчас я быстро поем последнюю еду. Ну, давай. Попью последнюю воду. Грустно звучит. Подожди, а что буду есть я? Интересно, а можно выловить воду из воды? Вот воду, кстати, непонятно. Но я готовлю лапшу себе. А ты можешь мне приготовить, если что, нет? Я об этом подумала, но я не знаю, куда положить. Угу. Я могу только взять, а положить не могу. Слушай, ладно, а ты понимаешь, что ты умрешь? Мы же едем. Ну, так я везу нас. А что у меня? Ну да, ну, имеется в виду, что ты не наловила себе еду. Ничего страшного. Ну ладно. У нее денег много, выкупится ли еще раз? А ты за нами наблюдаешь хотя бы? А если выключишь свет, это будет как-то влиять на... Ой, мы сейчас врежемся. Ой. Тут было никак, нельзя было иначе. Я лягу, полежу. Ой, Ульян, не ложись, не лежи. Ой-ой-ой, кислород. Какая у меня вот шестерочка. Сейчас умрете. Да не умрем, спокойствие. Да не было! Чё он пытается меня обмануть? Не было! Ой, а это мне кажется, мне сейчас хана, мне надо поспать. Давай. Ой, я заняла кровать. Я остановила, если что. А, хорошо. Но нам недалеко можешь осталось. Можешь порыбачить? Да я боюсь, что а, я или умру. Не можешь, там очень много людей. Да. В капюшонах. Неизвестные люди какие-то забрались в наш корабль. Да уж. Но надо поесть. Я до сих пор не поняла, как чинить. Просто достаешь молоток и стукаешь. Ой, ладно, Улен, я да поехала, она не чинится. Короче. Я пока живу, буду вести эту машину. Блин. Боже мой, как это эпично звучит. И грустно причем. Да. Зачем ты забираешь у меня хлеб? Это я придумываю такие умные мысли. Нам осталось всего лишь 120 миль. Да? Морских это быстро? Или каких-то непонятных. Это я сейчас доеду. Это я, может, даже и не умру, пока доеду. А ты что, думаешь, что мы так быстро едем? Ну, я еду со скоростью 100. Ого! Ого! Ну, тогда да. Слушайте, давайте я попробую починить все-таки что-нибудь. Да не надо чинить. Не надо, не надо, не надо чинить генератор. Блин, секунда. Фух. Сколько нам осталось? Осталось 196. Ага, так я начинаю умирать. Ладно. Ничего, нет. Я рулю. Ладно, нет. Я ладно, рулю, ты умрёшь. Я умру. Ничего страшного. Не. Только ты не возрождайся. Почему это? А как это, зачем? Ну как это, ну я буду вести машинку. Ты хочешь купить эту игру донатами или как? Ну,
что-то же придется все-таки делать. Слушай, мы можем включить, наверное, эту штуку автоматическую. И я куплю сейчас просто бензина, и все. А нам хватит? Как ты думаешь? Ну, нам что-то много еще ехать будто бы. Да, 60 миль. Разве? Всего-то. Ну да. Я вижу, что... Ну, вот 440 у нас, а там 500. А, все-все-все, поняла. Ну, давай. Мы и так уже тут кучу всего купили. Сколько же еще нам ехать? Пожалуйста, самые долгие 20 миль в моей жизни. Слушай, мы сейчас, наверное, утонем. Я думаю, да. Ну, ты поспи пока немножко. Нет, наверное, надо купить. У меня хватит вообще? Нет, нормально, мы доплывем. Уже почти 490. Ты думаешь? А, нет, купить, ладно. Купить, Ульян, купить! Господи! Купила. Так, где эта штука? Неси! Я забрала? Да, забрала. Я бегу, бегу. А если я закрою дверь, интересно, вода уйдет? Не ушла. О! Ура! Мы доехали. Ой, сколько робоксов было потрачено. Страшно подумать. Можно было бы посчитать, но я не хочу. Да, я тоже не люблю это делать. А Ёж к нам не придет, да? Да ну нет, Ёж уже всё. Я не могу. Ёж уже все. Почему я хочу есть? Я поела перед вот этим вот. Так, ну мы приехали в магазин. Лен, у тебя тоже вот эта голова с тобой разговаривает во весь экран? Ну это, видимо, какой-то продавец Сэм. А, это твоя голова передо мной, все нормально. И он говорит, что все распродано, и он нам предлагает биты, да? Да. Ну, мы воспользуемся, конечно же. Ну что уж, нечего уже. Ну что ж, кажется, тут помнится мне, мы где-то здесь умерли. Должна быть битва, да. И не факт, что мы ее, в общем, переживем. Не проиграем. Да, я думаю, что это наши последние кадры, боже мой. О, Ульян, ты уже стукнула ксенобуса? Да, ничего себе. Или мы бьем друг друга? Ой, мы друг друга бьем, ман. Вообще, что я хочу сказать? Это же вроде бы кошмарный мод. И что стало сложнее? Да все. Мы стали чаще хотеть есть. Ну, вообще, да. Наш корабль стал тонуть. Больше айсбергов появлялось на нашем пути. И этот ксенобус, так называемый, он, конечно, неубиваемый все еще. Так, ребят, мы потеряли Лану, но я осталась. Я постараюсь. А, Лан, нормально, да зачем? Ну что, ну надо же тебе помочь. Я не знаю, это уже до робоксов 300, наверное, было потеряно у меня. Да. Потрачено на это. Можно было много чего прикольного купить вместо этого, но надо побить ксенобуса. Что уж поделать. Ульян, осторожно. Я немножко просчиталась. Ничего, нормально, ему немного осталось. У него больше здоровья, чем у меня, я завидую. Есть! Ха! Фух! Ура! Понятно, вот так вот. Он, конечно, у нас в кавычках мертв, но что поделать. Мама, давай, пойдем отсюда. Мама. Просыпайся, ёлки-палки. Ой, Ульян, прости, я маму хотела немножко в себя привести. Ой. Чувство, так сказать. Дали плюс одну победу, а может быть какой-то бейдж за хардмод? О, 450 денег, нормально. Это достаточно. Потрачили сколько робоксов? Ну, это уже не важно. А бейдж? Мы же все-таки победили. Да. Да. Еще и бейдж? И маму спасли. Пока бейдж не дали никакой. Да, пока бейдж не дали. Ой, здравствуйте. А можно бейдж? Ну, видимо, нет, потому что мы уже все насыпали. То есть игра пройдена, получается. Ну, возможно, сейчас вот последний кадр, и вот они, и такой вот оп, из кадра удалились эффектно очень. И вот мы, видимо, собираемся улетать в аэропорт. В аэропорт. Ну, в общем, куда-нибудь. И нам не дали бейдж. Но мы же победили. Ну и ладно, все понятно. Все понятно. Мы дважды спасли маму. И что? И зачем? Для чего? Мы прошли хардмод. Хардмод! В третьей главе Бати. Вы представляете, какие мы молодцы? Ну ладно. На этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жмать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.